А теперь мы делаем цветы лотоса. Цветы лотоса обозначают чистоту. Это как бы маскот нашего, нашей школы. Цветок лотоса, он растет на болоте, но когда он расцветает, он чистый и белый. Также и душа человека должна оставаться чистой и белой. Я буду сейчас делать цветок лотоса. Вот большой лист альфа-4, разрезаем его вот на такие квадратики. Каждого цвета 4 цвета мы берем, или 3, или 4 цвета, по 3 квадратика на каждый цвет. Вот, вот я сейчас покажу, как это. Вот такой вот квадратик, мы начинаем его складывать вот таким образом. Вот так. Вот так. И тот квадратик, который идет вовнутрь, он будет складываться вот таким образом. Вот таких 3 квадратика мы делаем. Это будет внутренняя часть цветка. Вот это вот, вот любят делать дети, потому что они делаются легко. Какого возраста дети могут сделать эти цветочки? Могут делать детки, даже маленькие в детском садике могут делать такие цветочки. Украшать елочку, украшать себе свой стол рабочий, потому что этот цветочек принесет, конечно, радость дому, потому что он очень красивый, цветок лотоса. Вот мы сделали сейчас внутреннюю часть цветка. Теперь мы будем делать внутреннюю часть цветка. Вот этот листик мы уже его будем сгибать вот так. Но не запрещенные, когда их стало больше, вот так, членов компартии. Компартия испугалась и запретила школу. Но полындапа это как ушу, как караке, да, как любимые мои традиционные. Это минитирование, да? Да, это цигун. А вы откуда сами вообще? Мы с Кишинева. Сделать по 3 штучки на каждый цвет. Это, короче, 6 штучек, да? Нет. Мы делаем 4 ряда, значит, будем делать 12. Ага, 12. Да, да, вот 3, например, зеленых. Ага. Вот. 3 зеленых, да. 3 красных, 3 зеленых. Итого 12. Да, да, итого 12. Вот у нас теперь будет голубой цветочек. А если вы хотите заключительную часть, вот я делаю заключительную часть здесь. Вот я сейчас вам соберу одну часть этого цветка. Вот смотрите, берется вот зеленый, потом сверху ставится один цвет голубой, второй цвет голубой. И сверху это верхушечка его, вот эта вот верхушечка. И вот так вот, это один лепесток, таких делается 3 штучки. Мы здесь его вот так вот сгибаем. Вот, и делаем вот такие 3 штучки. Связываем посерединочке ниточкой. И вот получается вот такая заготовочка у нас. Вот. В итоге получается вот эти вот. Я бы хотела вам показать еще, как он раскрывается. Вот так вот. И здесь мы вот завяжем. Вот так вот мы завяжем. Вот смотрите, такой цветочек. Вот смотрите, как он распускается. Цветок лотоса – это символ чистоты духовной, что мы и желаем всем людям. Школа Фаундафа несет истину, доброту и терпение во всем мире. Но, к сожалению, в Китае она преследуется коммунистической партией. Но мы здесь вот показываем людям вот эти красивые цветы. Ага, так, сначала так, 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 так. Да, сначала так, чтобы можно было открыть именно вот эту серединочку, потому что если мы не будем так делать, то серединочка у нас не откроется, она закроется. Вот, мы открыли, вот открываем эту серединочку сначала. Вот. Вот такая вот серединочка у нас получается. Вот.
Теперь второй рядочек идем. Вот так вот берем за крылышки. Вот так вот за крылышки. И разворачиваем, и вот так вот мы делаем. И потом вот так вот все. И по кругу мы вот так вот делаем. Сейчас я еще вам дойду до конца, вы посмотрите. Это вот так вот мы делаем по кругу.